о дружбе, деловых связях и обмене традициями. В Ульяновске проходит 4-й международный форум «Японская весна на Волге». В программу вошел круглый стол с участием деятелей культуры, сотрудников общества России и Японии и ученых. Глава региона встретился с гостем из страны восходящего солнца, господином Тосихиро Аики. Алексей Русских подчеркнул важность отношений между державами и рассказал об обучающих программах, которые действуют на территории Ульяновской области. «Мы активно развиваем сотрудничество в сферах спорта, медицины, образования и управленческих практик». В 2018 году в Ульяновске начал свою работу Центр японской культуры. На его базе и сейчас продолжают работать любительские объединения. Клуб по изучению японского языка, молодежный клуб японской культуры и литературы, клуб японской каллиграфии. У нас развито сотрудничество в сфере образования. Между университетами действуют соглашения по программам международного обмена. Господин Тосихиро Аики посетил обучающие мультикультурные площадки. Почетный гость высоко оценил работу наших специалистов. Я был впечатлен, восторгом зрителей и гостей на этих мероприятиях. Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех вас за ежедневные усилия. Я обратил внимание, что в этот раз в культурной волне принимают участие не только жители Ульяновска, но и соседних регионов. В этом году в лейтмотивы Японии влились татарские узоры. Круглый стол сопровождался открытием выставки «Тугры японских политических деятелей». Творение известного во всем мире каллиграфа Владимира Попова украсили мероприятие. Народный художник Республики Татарстан представил тугры первых лиц государства. Напомним, тугры – это персональный знак правителя, султана, халифа или хана, содержащий его имя и титул. Наибольшее распространение получил в Османской империи, где ставился на всех государственных документах, иногда также на монетах и воротах мечетей. Исполняется этот символ в виде витиева этого узора арабской вязи. Вот сейчас мы все пользуемся разными шрифтами, когда работаем на компьютере. Вот оказывается, у арабов 28 типов шрифтов в зависимости от того, кого они пишут письма. И это вообще, в принципе, азбука для графиков. Татаро-японский центр «Сакура» представил также танцевальное представление по сценарию Симбель Гафаровой. Зрелищную постановку «Татаро. Наследие Евразии» показали во Дворце культуры «Губернаторский». Шоу создано на основе симбиоза татарского эпоса и других народов Евразии с использованием японских технологий. Виктория Чиркова, Артем Куранов, Даниил Сурков. Ул Правда ТВ.